самооборона. Все в порядке? Все в порядке? Да. Целик самообороны. Травматическая охотничья. Никаких видов оружия сюда не слезет. Купить или продать? С тобой я имею в виду. А что, нельзя или что? Еще раз. Нельзя или что? Конечно, нельзя. Травматическая? Не, нет. А то не были ваши рекомендации? Мой. Сидите, сейчас я покажите, пожалуйста. Чего? Кто? Зачем, я говорю? Как зачем? Зачем здесь регистрация? У вас заход на правил 2.1, дорожное движение. Пункт А. Давайте начнем по процедуре. Фамилия. Я, доктор, не провожу процедуру. Есть закон Украины о полиции, статья 35. Что должен полицейский сделать при остановке? Я вам представил. Врет. Я бы даже сказал, пиздит. Доброе утро вам. Доброе утро. Патрульные. Все в порядке? Ну еще раз, я не услышал. Это же ваши трудности, чтобы я не слышал. Я вам представлю. Я говорю, еще раз представьтесь, пожалуйста. Кричать не надо. Я вам повторяю, еще раз, пожалуйста, представьте. Я не услышал. Это ваши трудности, чтобы вы не слышали. 18.3. Так достаточно? Нет, так плохо видно, она у вас заперта, я не могу прочитать. Это ваши трудности. Я предоставлю. Слушай, командир, я сейчас просто уеду и будут твои трудности. Веришь? Ну ничего. Я тебе говорю, предоставь удостоверение, чтобы я мог его прочитать. Не надо тыкать, хорошо? Ты мне не тычь! Тебе нормально еще говорю. Дома тыкать, хорошо? Ладно, все, давай. Иди не...